Короче, это мой первый раз. И я так нервничаю. Я даже выпила глоточек вина перед тем, как я сюда приехала. Как? Вы готовы дать нам интервью? Я продюсер, режиссер и сценарист. А вы давно уже проживаете в Лос-Анджелесе? Crazy moment! Спасибо вам большое! Хорошо. Это было мое первое интервью, когда я вообще либо брала в жизни мои съемки с премьерой. Надо было брать Инстаграм еще всякие, чтобы дальше можно было заполнять. Snow White, someone help me, please! О, снежный край! 90210! It's gonna say the same way, because... Я певица, актриса мюзиклов, модель. Красота, молодость, все есть. Мы желаем тебе удачи. И надеюсь, мы тебя увидим еще скоро на экранах больших. На больших экранах. All right. 90210. Yeah, someone help me, please. Yeah, they have yeah, a like show. Yeah, it's iconic. Everyone knows the show, yes. Меня зовут Виктор Мигалчан, я ТВ-режиссер. Здорово, отлично. А вы из Лос-Анджелеса, получается? Crazy moment. Я видела ваше шоу, так, издалека, просто я занимаюсь актерской деятельностью, мне это тоже очень интересно. Я же занималась... Надеюсь, мы с вами, может быть, еще будем работать. А что по поводу конкурса? Вы болеете за кого-то конкретно или у вас есть предпочтения? Вы знаете, я стараюсь быть здоровым, не болеть. Здорово. Хорошо. Так, кто-то идет, подождите. 90202. Я сказала. That means I have no idea how to say it. Give me high five. High five. Woo! Do you speak English or do you speak Russian? Which language do you prefer? Who you want to like? Я тебя люблю? Yeah, that's what I was saying. Okay. Он сказал, что нас любит. Ну, я думаю, все это знают. Выпила глоточек вина перед тем, как я сюда приехала. What do you think about Russian women? Oh my gosh, the best Russian women are... Stefania Makarova, and Stefania. Nice to meet you. Nice to meet you. Well, actually... Yes, please. Oh, so we're actually right now in the movie. Hello, where's the camera you're gonna use for this show? This coming. Stefania Makarova, you can look at me, at my arm. Sorry, I'm DB. Yes. And my name is Yuri Chen. Stefania Makarova, and nice to meet you. This is very, very shut, yes. But I just... So I love your dress. Oh, thank you so much. And I love your dress. You see, actually, we're matching to guys. And we're actually matching with the heart. We look like sisters, right? That's right, true. Right. We're just making a show, come on. Yeah, we're just making a show. It's, yes. It's right? A joke. Never mind. You're beautiful. Thank you so much. You could be in the competition. I'm serious. Так, я нашла здесь красную дорожку. Я думаю про нее пройтись. Здесь только камера, софиты, быть в центре внимания. Интересно, интересно. Так, у кого бы взять интервью? Можно я у самой себя возьму интервью? Поспрашивайте меня, кому ничего интересно. Okay, I'm gonna jump. How are you? You prefer English or Russian? Any language. I prefer English probably, right? Коронация. Как сказать коронация? Коронировать девушку? Crowning. Crowning the winner. А что вы пьете, девушка? Мохито. А кто вы сегодня? Не знаю. Ну, я имею в виду participant, гости. А что вы пьете? Мохито. Я, может, тоже? Опаньки. How about you? My name is De Jesus. Can I ask what do you do? DJ. Yes. Are you DJ? The music is in my heart as always. But that's so great. By the way, I know you. I know you. He's fashion, darling. You should know him. He's our. Да, пойдем. Итак, я пошла по красной дорожке. Я, короче, пошла по красной дорожке. А ты что не снимаешь? The best parts on the body was
представляю Республику Беларусь, так как я белоруска, Украину, так как мой муж из Украины, а живем мы в Майами, во Флориде, и представляем шахматный мир. Замечание рабочего дня, и все. Я никогда не устаю, мадам, особенно рядом с такой красивой девушкой. Спасибо за комплименты, но все же, возвращаемся, как прошел? Комплимент, это чистая правда. Очень настойчиво, очень утвердительно, спасибо большое. Я вижу в глазах напор и мужество. Это отличное качество для мужчины. А что можете сказать по поводу конкурса? Как он прошел? Оправдались ли ваши... Давайте, Татьяна. Я буду скучать, I'm already miss. Mr. Austin, I'm a model, I'm an actor. Okay, I see you, such a beautiful body, oh my god. I enjoy the rest of the show. 100%. What's your name? Stefania. Stefania, Mike. Welcome to California. Я хочу сказать, что с нами находится Алексей Воробьев, артист с большой буквы, музыкант, певец. И... Большой буквы. Ну, я думаю, что да, я имею в виду, девочки, а вы готовы к конкурсу? Вы делали конкурс на TikTok, right? Да. Не полюбит, как я. Я просто принимала участие, посмотрим. Если... Да. Черт возьми, я буду смотреть в ближайшие пару дней, буду объявлять победителей. Я теперь буду с огромным... Кто ждет? Может, мы увидим меня в следующем проекте Алексея Воробьева. Спасибо большое. Спасибо тебе, Громко. Сейчас. Я очень счастлива. Так, а что вы думаете, с сегодняшнего дня может измениться? Я думаю, что все.